Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Германию Sid Meier's Civilization 6, сетевые битвы на восьмерых. ФФАшечка на восьмерых, как мы это нежно называем. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку. Ну а если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и всем вам приятного продолжения просмотра. Блин, у меня на самом деле очень много денег, мне их надо реально тратить на рабочих. 8 ходов. 8 ходов. Просто обычные 5 очков не хватает. Я бы, конечно, в темный свалился. С большим удовольствием. Тут, во-первых, нам дадут полководца явно. Так, где тут еще было? Вон руинка. И эту еще соберем руинку. Так, тут мы ждем открытия картографии, чтобы через океан поплыть. Ну и здесь ждем открытия картографии, чтобы апнуть в каравеллы. А, тут, наверное, не аквакультура. Или нет, аквакультуру лучше. Но дешевле просто купить клетку, чем с рыбой. Так, библиотека, универ. Здесь вырубаем в Ульм для кампуса. Это чудесная способность Германии. Так бы я в Ульме не мог строить кампус, мне не хватает жителей, но за счет способности, что я на один район больше могу строить, это просто кайф. Так, где у нас плюшка? Гавань и Ганза. Справа. Пожалуй, строим строителя. Так покупаем строителя. В трейде. А я... Но я не слышал. Так, где... Повторил, не страшно. А, я не могу. Ладно, пока строим строителя, чтобы тут кампус. Океанами. И давайте в Трире акведук. Я плаваю сейчас у этого, у Ацтека. Где ты живешь? Ниже Ацтека. Окей. Ниже правее. Ух ты, Маскат еще есть. Так много торговых ГГшек на самом деле в игре. Мне бы на послов еще пооткрывать. Вообще я бы Амани, наверное, в Сингапур отправил. Сидит она в Кёльне, да? Пускай Кёльн до 10 вырастет. И отправлю Амани в Сингапур. Японец. Два дополнительных посла. Так, и я иду, да, в эту в индустриализацию. Морская дойдет. Ты еще через верфи вообще кайф. Просто вниз прям плыви. Кстати, я тут обнаружил, что у меня, оказывается, микрофон был выключен. Плюшка, мы с тобой союз заключаем? Да. Ну так прими тогда. На Одере паводок. Ну вот о чем я и говорил. Fucking shit просто. Ладно, надо тут универ достроить сначала, потом Ганзу.
А потом рынок мы отремонтируем. Потом Ганзу, значит, тут покупаем универ. Тут, значит, книгопечатание отложим пока, к сожалению. Не знаю, надо ли мне банковское дело открывать? Может, все... А, через военную тактику. А порох? Давайте лучше порох пока откроем. Есть в Трире акведук. Тут Ганза на 12, блин. На 12. Вау. Поставал. Так, давайте здесь каменоломню. Следующим ходом здесь кампус появится. Но непонятно, на самом деле, где мне его ставить. Точнее, как непонятно. Понятно, вообще-то, вот здесь. Я обнаружил, что у меня еще разведчик один живой есть. Давайте рабочего тут надо будет лес вырубить, так? Чисто герой войны. 20 единиц мирового влияния, приятно. И поплыли. Уважаемые венгры, подайте, пожалуйста, бедным японцам на пропитание. В Гайдельберг, тут вырубать сюда лес. Тут высаживаемся, и тут еще можно построить строителя. Шпиона где-нибудь в другом месте построим. Так, тут... Это как-то дешево. Да, наверное... Я готов продать, но не за эту сумму. А сколько? А, стоп, а почему я не могу? Как шутишь? Вот это равная цена, как минимум. Что я решил, что я могу сейчас поставить? Ладно, давайте я заплачу 190, я хочу апнуть каравеллы. Давай, конечно, дорого, но... Так, скидка в золоте. Ну, вот... Ну, давай, так, давайте. Так, и так. Уже скиф, я не очень понимаю. А почему я с тобой не могу союз заключить никакой? Дружба, сначала кинь. Дружба. Так, и где у нас торговый? Там у нас такой дружба. В смысле, дружба не меняет, не мешает союз. Значит, он не изучил союзы. Нет, может, они, может, они дружбу не приняли просто друг с дружкой. А, нет, дружба у нас давно стоит. А давайте поставим. Значит, у него закончились союзы, значит, он со всеми уже заключил союзы. Союзы-то все 4, да? Так у него один союз со мной только. Да. Вообще у меня свободный, военный и религиозный. Не знаю, что ты не можешь. Нет, а у вас этого... С кем ты, с ацтеком заключаешь? А, подожди, вроде могу. Опять не успел выбрать. Предложил. Так, в Магдебурге гавань. Ганза плюс 3. Есть. Ну, я акведук только здесь и здесь могу. Поэтому, наверное, без акведука. Просто здесь я смогу тогда кампус поставить на плюс 2. Хотя бы. А, кстати, если я здесь гавань поставлю, то будет на плюс 3. Кстати, я знаю, как твою галеру оттуда... У нас когда союз закончится... Ну, ее вытолкнет. Да, ее вытолкнет куда-нибудь. Ну, то есть, и та клетка тоже ко мне присоединится, очевидно. То ее должно куда-то выкинуть. У тебя больше озер нету на... А, у тебя знаешь, куда ее выкинуть? На озеро Ферты в Мишкольце. Там ты поставишь там город, а оттуда больше в другое место. Нет, так у него как раз там стоит город, у него там есть... Смотри, именно... можно тебя попросить вот тут поставить канал, чтобы я выплыть мог? А, давайте я здесь Смотри. Купол поставлю. Мужик, я открыл канал, как ты думаешь? У тебя 222 науки, я вообще думал, что ты уже в ядерках. Как будто бы в первый раз я в игру эту играешь. Открывать каналы, да? Новые каналы. Прорывать их. Сквозь территорию медные прямо на... Чё-то мне так науки много. При том, что я тут не особо пока в неё и шёл. Так, давайте гавань. Давайте библиотеку. А, скиф. Хотя ладно.
Так, My Life, только тебя не встретил. Ты где можешь быть? Ну вот по отношению к турку, например. Тебе по ощущениям или по физическому нахождению? По физическому нахождению относительно турка. Ровно вверх. Вот ты какой бы город видишь? Эдирне. Ну я с моря, я с другого приплыл. Значит, по воде его оплывай. Так, следующим ходом можно будет отправить караван. Короче, держись левым бортом к берегу, и рано или поздно... Ладно, давайте перекинем, наверное. Понятно объяснил? Флотоводца на другую. Так, Амани я хотел в Сингапур. Конечно. Я даже готов тебе немножечко за это заплатить. Короче, если суша будет по левому борту, то рано или поздно до меня выплывешь, вот так. Очень хочу тут вот эту точку, чтобы ты так вот обработал. Можно? Где? Так, ну, наверное, священное место можно поставить. Тут должно быть большое соседство. Не хочу рядом... Я вижу, что тут плюс 10, плюс 8, я понимаю, но эти клетки мне много чего дают. Я бы лучше где-нибудь... Так, кампус плюс 1. Давайте тогда сюда поставим. А, ну то есть военник мне... А, нет, лучше сюда тогда. Соседство из промышленной зоны будет и с кампусом. Значит, поймите, что сюда я хочу кампус. Думаешь, мне 2000 нравится? Ты думаешь, вот твой военник оставит? Начнем с того, что ты мог застакать себе офигенную промку здесь, а вместо этого ты ставишь военник. Я вижу, что я мог застакать хорошую промку. Не портишь его в будущий хороший город, между прочим. Да, причем блин, я бы лучше здесь все-таки на плюс 4 поставил, потому что тут пустыня, которая мне вообще не нужна, понимаете? Хочешь нападать? Нет, короче. А как военник провоцирует нападать? Ну, значит, лучшая защита — это нападение. В будущем этот военник ему дает плюшки, а мне наоборот минус. Если он нападает. А он может запросто внезапно на меня напасть, когда я не буду обладать. Подожди, как он меня ему дает? Что? Как он дает турка ему? Ты сейчас сказал, что военник дает турка тебе, ему. Он не про плюшки, а про район, военный лагерь. Не путайте человека. Он говорит, что военный лагерь, стоящий ему в лице, дает бонус. Потому что туда может сесть кто-то типа осадки или бомбарды и расстреливать город. Так, Занзибар меня не перекупили. Безопасно, скажем. Самарканд, Занзибар. Так, из Триров Киото давайте. Блин, ну, Грей, и венецианку ты еще строишь. Блин, что-то как-то... Я тут явно Великая Морская Империя. А Грей это Мали, да? Нет. Он ты и делал, что нет, как бы. Но претензий ко мне. А кто это? Японец это. А, японец, тогда все, пресса. Ну, города, все понимают, что на море города ставить нельзя. Так, где я хочу здесь камп? Блин, непонятно. Следующим ходом будет понятно. Ну, что непонятно? Вот тут я, конечно, но... Сражаться. Откладывать один ход нету смысла. Давайте что мы тут? Еще одного... Не, давайте шпионов, кстати, реально вот здесь. Так, здесь нам надо библиотеку универ купим. В индустриализацию пошли. Еще строителя. Так, вырубаем. Я сказал. Кампус. А, у тебя не получается. Не, ну ты можешь убрать этот камень. Я не видел, что у тебя снизу такая хорошая промка, в принципе. Да нет, нормально. Сколько тебе денег за это дать? 100 золотых хватит? Нет, ты еще миссионером приди. А еще тут вообще... Продолжим тут клепать. А, колосс давайте, кстати. Блин, я тут уже аквакультуру построил, правда. Не, надо. Колосс хорошее чудо. Блин, я не хочу пока последнего встречать. Мы сейчас в темный век выйдем. Бедных японцев, блин, в тундру затащил. Но это считай этот, как его.
Хоккайдо остров. Саппоро, переименуй Оцу в Саппоро. Я подумаю, вынесем на голосование на следующих. На следующий великий конгресс, да? Избирательном этапе. Я считаю, вам надо голосование в чате провести. Внеочередная сессия конгресса. Блин, что-то... Тут я куплю универ, подождите. Я и во Франкфурте хочу купить везде. Ну, у меня дофига денег, я и там куплю на самом деле. Так, сколько там у нас еще? 4 хода. Японец, это так мне получается приплыл вот чисто с другой стороны, вот, да? То есть направо. Можно все-таки ставить тут еще. Ну, надо, наверное, поставить где-нибудь на тундру. На вот, на, либо на селе. Хотелось бы дождаться, что тут за... Не, не устроило. Каравелла 286. Тенгер, а ты со мной, с Османом, не хочешь дружить? Ты далеко. Зачем? Еще на один район больше с позволяет построить. Ну, вот я, видите, говорил, хорошо, нанимается. Давай, ну, пока хорошо, еще хватает давай, очков, давай. Не выйти. Но три хода... Так, давайте в Ульме. Странные нервы. Ну ладно. Используем. А, так. Водяная мельница. Я бы. Так, покупаем. Только я Японию не знаю, тогда я хочу. Я хочу тогда вот это. А, слушайте, а может мне. Нет, тут театралка, видите, становится на плюс 4. Немец, научный, продолжаем. Культурный только. У меня культурный уже. Ну а что ты, у нас был с тобой культурный, почему ты его другому точно? Дал? Нет, конечно. Я никому не давал пока еще. Но почему-то я его не вижу у нас. Блин, так ты не видишь, потому что мы дружбу еще не приняли, блин. Я когда кому-то другому отсылал. Ну ты отсылал другому, не видел, потому что у нас с тобой культурный, да елки. Сейчас закончим, ну давай, ладно, хорошо. Так, ну тут акведук не надо ставить, не хочу. Конечно, плюс 2, но в данном случае запреточка. Ладно, давайте пока чисто строителя. А может мне не убивать тут лагерь, а? Может пусть вырастет там ГГшка? Она может вырасти? Конечно, может. Мне кажется, о, тут еще и пряности, ну вообще зашибись. Район, мне кажется, ты для там японца. Сколько от города? Сколько там? Там хватает, по клеткам может помещается, да. Да, там пускай вырастает. Чего? Если что, просто город себе заберу потом. Не хочу я тут эти... Это, конечно, больше денег даст, но... Так, и где мне еще стены? Наверное, в Магдебурге. Барганза. Там плюс 2 и тут плюс 2. Черт. Непонятно, я не понял, где мне. Так, тут надо Ганзу ремонтировать. Потом с великими людьми. Эх, у нас с тобой... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь
комментарии. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Плюс 5 дальнобойные, давайте. Плюс 5 дальнобойные? Да. Ну и пускай не расширяется под культурой Мали. А не венгра? Зачем? Мали, конечно. Что, венгр, то, куда то, точно не венгра в этой ситуации, по крайней мере. Ты не извини, но так, так нужно. Я прям представляю, такой идет дождь, дед в таком плаще в черном душит его и говорит: извини, так было нужно. Блин, а я что-то представил, что дед просто распахивает плащ и говорит: извини, так было нужно. У меня есть подозрение, что твой вариант еще хуже, чем прошлый. У меня почему-то, когда заговорили про деда, дождь и серый плащ, у меня почему-то пошла реакция с Якубовичем, когда он ходил такой грустный, ведусь таком. Не-не-не, по-моему, с тем, когда он вот типа это... Красивый. Ну, вообще не самый такой прям крутой геликарнас, но красиво клеточки выглядят. Видите, еще потратил место для венецианки тут еще. Хотел крутой. Ну, он, конечно, морская держава, естественно. Никто не видел, где у нас там шапки. Дальнобойность не расширяется. Линейный. Так. Никакого шапки есть, так хочу посмотреть, наверное, дипломатию на всякий пожарный. 4. Ладно, это норм. Блин, ну, в общем-то, выхожу в нормальный век, да? А, нет, еще 81 требуется. Тогда еще не выхожу. Колизей на 82-й ход. Два хода. Ну и че он его? Никто не строит. Да нет, просто сам факт забавно. Так, слушайте, так мне нельзя в индустрию... А, два хода. Подождите, два хода. И тут два хода, да? Подождите, на один ход мы индустриализацию отложим. Порох открою. И здесь... Куда? В торговую республику пойдем. Опять? Ну вот, видите, какие проблемы? Я не могу здесь поставить дамбу, но это трындец. Это я так тупанул, честно говоря. И у меня будут постоянно вот эти вот проблемы здесь. Так, вот тут библиотека, вот тут универ покупаем. В Франкфурте строителя покупаем, вот тут надо будет убирать. И строим, наверное, амбар, потому что не растет вообще. Так, значит, тут... Блин, может мне Франкфурт увеличить лучше? Ладно, наверное. Зарение для книгопечатания. Ну, книгопечатание и так было зарено. Не, пока не буду покупать клет. Ну, во-первых, у меня сейчас денег не будет просто ее купить. Я даже не знаю, куда мне этого генерала использовать. 2 единицы лояльности вход. Кстати, надо бы в Кёльн, наверное... принести религию. Все-таки миссионер. Вот в Кёльн будет очень долго православие добираться.
Не православие. Да, православие. Кстати, венгр довольно много с меня науки имеет. Наверное. Да, да. Так, отправляем, конечно же, к Мали, но я нормальных городов не вижу. Дай бог, увижу. Так, здесь Ганза. Кампус на плюс 3. Есть, правда, рядом... Давайте пока мастерскую. Так. Следующим ходом мне дадут очко. Мы следующим ходом начинается следующая эпоха. Так, в Ульме. Ганза, кампус, центр коммерции. Не знаю, театралку. Можно, кстати, развлекательный комплекс поставить. Непонятно где. Может, здесь? Тогда театралка вот сюда встанет. А чудо какое-нибудь можно? Запретка только сюда. Ну, тогда здесь театралка и здесь. Если запретка встанет... Так, великая библиотека еще можно. Ну, великая библиотека. Ускорение технологии древней античности ускоряется, когда другой получает великого ученого. А вот это, кстати, интересно. Почему нет? 5 ходов всего строится. Давайте. Так, водяную мель, наверное, или... Нет, строители 2 хода пока туда движется. Да, я бы великую библиотеку построил. Вообще не помешает. Есть амбар. Хоть какой-то рост небольшой пошел. Квидуки тут не нужны. Тут мы пропускаем ход. Тут я буду театралку следующим ходом строить. Во всех городах, во всех остальных городах, вот еще в Кёльне. Святилище. Так, давайте верфь. В Трире купим миссионера. И он пойдет... Не знаю, стоит ли мне по пути Регенсбург обращать еще вопрос. Мне кажется, Регенсбург должен сам обратиться благодаря Занзибару там. Так, там мы все строим. А, в Франкфурте откладываем. Тут все строится. Отлично. Дед, дай, пожалуйста, я верну 100. Давайте к перемещению обзору. Не против... Я не буду против... не буду делать против морских юнитов. Потому что это чисто у меня разведчик будет такой. Так, вот тут можно уже купить клеточку. Не успел вырубить. Ладно. Да, вот ромашка у меня тут, конечно, очень приятная. Еще и получилось с этой ганзой, что я убираю камень, но ставлю театралку, и этого всего хватает. На самом деле. Ну и я в темные яку падаю, это тоже мне нравится. То есть мне надо только в следующей эпохе в героический выйти теперь каким-то образом. Так, в темный век я вышел, берем... Я сейчас, конечно, очень сильно спалил. Реформу. Вот, но просто я сижу и реально не понимаю, или почему природы. Я не могу отправить шпиона воровать технологии у Мали. Ты с ним в союзе, блин. И что, теперь в союзе ком нельзя? Теперь, вроде... теперь, уже больше года. А. Как же я не внимательно почувствовал. Так, давайте я в Кёльне куплю строителя, чтобы вырубить этот оленя. Дальше, так, так, здесь, так,
Так. Еще уровень. Так, а что с углем у нас? Один только. Так, ну я тут вырублю все. А, блин, у нас тогда... Не, ну театралка все равно там становится. И следующим ходом будет строить. Давайте я куплю даже строителя. Еще одного. Конечно, странный город для покупки строителей, но... Так, я так и не понял, где я тут хочу Ганзу ставить в этом городе. Генерала Ганнибала Барка. Давай, переброшу сюда, он что-то там мешается немножко. Уберешь? Я ж убрал уже вроде. Ага, все. Лесопилки. Ух ты, успел походить даже. Что-то как-то закончился золотой век, у Мали не насильно меньше науки стало, да? Нет, так, на 80 упало. Нормально, так. Другие на 80. У нас 100 с лишним. Но, тем не менее, все еще лидер. Ну, как сказать? Ну, вырвалась за этот век она хорошо. Пангарио, ты вообще с нами не играешь? Да. Он смотрит стрим. Ну и зачем? Вот. Он советник чей-то? Визирь? Да, уже есть этот Сулейман. Так, я бы, наверное, купил еще все-таки посела и здесь поставил город. Это что-то медленно. Ну, он не помешает. Я так поставил, чтобы он встал все-таки к ГГшке. Так, Сингапур засоюжен. То есть это еще производство от караванов у меня. Мои пути. Вот, три. Чуть немного, правда, я не вижу, что... Точно Сингапур засоюжен, да? Хм. 22 производства, господи. Ничего себе. Так, ну мне Рурку, наверное, надо. Да, на месте оленей давайте куплю. Я угольную построю, конечно, сначала. Куплю еще строителя. Или, блин, здесь купить. Но она долго... А, вот еще у нас... Нет, тут я уже поставлю рудник. Кстати, я бы здесь, наверное, ферму реально построил, потому что во Франкфурте проблемы с ростом. Так, здесь вырубаем в Ульм. Сейчас проверю еще, что не построили. Да, не построили. Три хода библиотека. Чем плохо? И тут потом театралочку. Тоже можно сразу вырубить, кстати, на библиотеку. И тут я бы вырубил на библиотеку, а потом уголь обработал. Стоим на месте. А я еще шпионов могу делать? Нет. Собираем оленей и сразу после верфи давайте поставим кампус. Так, а почему-то плюс один всего? Ну ладно. Как бы у меня нету особо выбора.
Жилье тут есть. Так, а здесь кампус у нас. Ну, давайте ставить. Вот очень смешно, сейчас тут произойдет извержение минус миссионер. Во Франкфурте мне надо еще священное место. Вот сейчас у меня точно тут не хватает жителей, поэтому и надо расти. Блин, я вот думаю, что надо было мне все-таки этого великого человека на дополнительный район во Франкфурте скорее делать, чем в Ульме. Ну что, Мария, мы продолжаем союз? Хочешь хватит? Так, касса, а? Я колосс закончил. Нет. Поэтому я и спрашиваю. Просто так интересно говоришь. Так, кстати, скидка на лучшее. Ну ладно, я там торговую республику открою. И театралочка. Кстати, можно будет в Ахине вот здесь развлекательный комплекс тогда поставить. Так, а здесь, значит, собираем... Блин, тут еще лес можно будет убрать и оленей. Фак. Давайте на развлекательный комплекс это и используем вот сюда. После угольной. Там просто уберем оленей. Это один ход, потом мы отложим на рурку и все. Вообще зашибись будет. Так, вот тут можно рыбу обработать. Не, подожди, вот этого. Я должен в героический выходить. Я должен кругосветку сделать и всех встретить. По-моему. Ганза, мастерская или верфь? Наверное, мастерская все-таки. Мне важнее великие инженеры, чем... Рыбу, наверное, обработаю. Я бы, наверное, фабрики строил, а универы покупал. Ну, тут библиотеку надо построить, а потом уже фабрику. Я там на кого его налила? Чтоб он вырос. Японец предложение. Ну, вообще, на удивление, Мали не так далеко и оторвался по науке. Прямо скажем. Блин, надо два арбалетчика, кстати, сделать еще. Два арбалетчика и три латника. Так, да, я могу три латника сделать. О, и карточка стоит, значит, два арбалетчика, три латника. Хотя там три линейных надо для ускорения. Я их даже не открыл. Не знаю. Дворец Потала. А, вон где химия. Так мы правильно идем. Получается.
А за счет постройки Рурки я увижу, где самолеты. Между прочим. Откладываю. Блин, это очень странная сделка. Ты хочешь поменять люкс, который я тебе уже и так продаю, на люкс, который у меня и так есть. В чем у вас смысл загадочный? Да? Прошу прощения. Я скидка, так, подождите. На эту сделку. Блин, я, кажется, не работает сейчас эта карточка, фак. Ну, надо придется, блин, придется пока оставить. Здесь поставлю все-таки плюс 2 влияния. Слушайте, а давайте это и каперы построим. Потому что каперы это потом. Доходы от торговых путей снижаются на 50%, правда. Не, ну, слушайте, давайте мы все-таки каперы построим. И только я еще вот эту поставлю. Это буквально очень быстро сейчас будет. И я бы тогда... 4 хода тяка. Фак, а я не скоро это сменю. Фак. Ладно, давайте в Берлине. Раз, два, три. А в Гейдельберге. Раз, два. Ну тогда 4 здесь. Ну потому что 4 хода я как раз буду строить. И поменяю карточку. Тут с этой стороны нету смысла капер строить вообще. Это чтобы культуру получать от священных мест. Обращаю. И здорово, последний встреченный чувачок. Добренький вечерочек. А кто первый всех встретил, расскажите? Че, мы уже все? Белый мир закончился. Чего мир? Мир. У меня нет стратресов нужных мне. Это у кого не хватает? Ну, вот. Мале не хватает стратресов, он уже повел войска. На кого? Мы говорили. На кого? На скифа. В смысле, ну я открываю карту, у меня угля нет. Как мне играть в эту игру? Неправда, есть поселили... у тебя угля. Один? Ты рофлишь? Подожди, какой один? Не один. Один. Что там, подселились? Близко от тебя подселились? То есть меня закрыли справа-слева, то есть я не могу дальше селиться, искать этот уголь, а в чем мне делать? Скиф, конечно, да, у скифа угля просто до жопы. Согласен. У скифа справа место миллион было. Селись не хочу. Начал под меня селиться зачем? Так, в смысле? Ну, дефоси скиф. Я даже к тебе не подселился. Я поставил далеко даже не что-то подселился. Что-то отстег, турок, индус и скиф вообще отстающий. Я просто поставил турок, индус и скиф вообще отстающий. Я помощь, я поставил дефоси. Лагерь. Я так и расценил, что... Да не, ты не обессуй тут. Дело даже не в лагере. Тут дело в том, что у меня нет стратреса. Это я тоже понял. Кстати, я бы в Вильнюс... Так, ну угля у меня тоже один, если что-то. Куда мне нападать? Да, и у меня один. Почему? У тебя Окленд есть. Не хочешь? Не, ну, Окленд есть, да, но это пока в будущем. Пока один. Есть парни, ничего себе. А у меня даже в будущем нету. У меня тоже один. А, нет, у меня два. Нет, один. У тебя два, кстати, неправда. Что ты говоришь? У меня? Да. У меня два? Да, у тебя два. Ты путаешь с угольной электростанцией, которая тоже подсвечивается. разве она подсвечивается? Да. Ты ищешь слово уголь. Все, что содержит слово уголь на карте, тебе подсвечивается. Ты можешь навести туда, что тебе подсвечится, и ты видишь, что там нет угля. Да, увидел уже, ага. Извиняйся, получается.
Блин, что целая миссия. Ну вообще Кёльн большой, да. Наверное, следующим все-таки станет православным. Следующим ходом, я имею в виду. Блин. Так, я буду универы покупать. Только плюс 5 получаю. Ну, знаешь, плюс 5 тоже хорошо. Уже плюс 5 не получает вообще. Скиф, а ты это, ты дефаешься? А что мне еще делать? Ну, я просто спрашиваю. Ты хочешь с другого стороны напасть или что? Я не могу. Я был бы не против, если ты меня поддержал в этой войне. Я могу тебе, может быть, там немножко денег кинуть или ресурсов. А, давай, давай. А ты, у тебя военный союз с кем-то есть вообще, Скиф? Я хотел сначала с японцем, потом посмотрел, у него занят. Ты зачем ты рассказываешь? У тебя военный союз есть, ответь на вопрос. Нет. Как нет? Ну, с турком есть. Ну так турок, объяви войну Мали тогда. Союзы. Красавец. Просто переиграл и уничтожил. Скажи, где турок-то? Леша, я вот тундру не до конца... Подожди, точно нет турок, ты в дружбе с Мали, да? Нет. Ну как нет? Все равно. Дружба написана. Подожди. А, да, окей, да. Да. Зачем давать военные союзы и при этом быть в дружбе со всеми? Ты просто со всеми, ты никому даже не можешь объявить войну, просто сейчас, вот со всеми. Я, кстати, я не понял, как я с ним в дружбе, я вроде... Вообще не понял, как. Не, я тебя прям реально не помню, что кидал. Ну, отлично. Бессмысленный военный союз. А долго у вас союз вообще? Хорошо, вопрос, как долго у... Один с ходов. Как долго дружба у тебя? Посмотри, пожалуйста, Скиф. Смоли. А у меня с ним дружбы нету. Турок. Турок и Мали. 13, понятно. 12. Ну, то есть, скорее у вас союз закончится. Ну, в общем, плюс 5 ты, Скиф, не получишь. Да, я уже сразу понял. Посмотрел, что у меня с ним дружба. Кстати, а чё я не ставлю соседство кампуса еще, между прочим? Ладно, следующий. Наверное, чтобы сильно по науке не вырываться. Так, тут художественный надо. Блин, я думал, дед мне даст религию, так и не дошло. А, так зачем тебе моя религия? У тебя там зачем? Защита. Защитник веры только на меня действует. Ну тогда смысла нет было. Прям прямой наводкой в химию. Так, тут мы не проплывем пока. Возвращаемся. Все караваны Японии ко мне бегают. Венгр даже ко мне не отправляет. Да, блин. Серьезно? Не, ну сейчас на Кёльн там влияет, может все-таки... Что-то не хочется мне еще одного делать миссионера. Не буду врать. Венгр все-таки только один город там поставил за горами.
12. Ну, 12, конечно, по сравнению с 22. Так себе бонус. Тут покупаем универ. А что строим? Фабрику. Сколько угля-то хоть? У кого? У скифа? Да. То ли 5, то ли 6 места рождения. 6? Да. Чё, в Кёльне не хватает жилья на производство? Хотя, подождите, вот это надо залочить просто. Вот эти клетки просто обязаны тут обрабатываться. В Магдебурге. Я бы в Магдебурге, наверное, купил этот амбар. В Венгрии это обидно было. Так, сколько нам тут до кругосветки? Вообще еще долго. Тут, ну, мне надо этим. Бесполезный юнит. Я только хочу ударить тебя чуть-чуть, а они сразу ваншотуются. Дед, предложение. Так не ударяй, просто в броне стой. Не ударяю, я даже ударить его чуть-чуть не могу, они сразу ваншот. Так не ударяй, тебе говорят. Так я не ударяю. В броне стой, не бей. Ну так ударяй. Стой. Я не ударяю, я так смотрю. Если так ударить. Кто будет? Нанять великого торговца, проложить торговый путь, Митла. Дед принял. Так, в Митлу мне надо будет отправить. Это... Тебе деньги из скиф нужны? Боюсь, они даже не помогут. А так, лишь задержат чуть-чуть. Да, и стоит ли мне так каперы? Но пока мне не, я не могу их апнуть в подлодке, еще не скоро, так что мне их держать у себя? Потом я смогу у соседа, например, у союзника того же апнуть. Ну, я вижу, что мне надо с японцем союзиться, а венгр, скорее всего, забирать. Вот так. Тут, конечно, зависит от ресов. Очень много. То есть будет ли алюминий вообще, в принципе. Уголь-то ладно. А забирать только на самолетах. Но я через ход должен увидеть, где самолеты вообще. Моя субмарина здесь. И мне бы вообще, конечно, и плотины тоже надо было бы построить. Потому что у меня тут куча всего затапливается, на самом деле, к сожалению. А у японца как? У японца, как ни странно, не так уж и много. Тут вот топится, но это не особо важные клетки. Он, видите, он даже тут не строил ничего. Именно той клетки, которая может быть затоплена. Как-то лагерь не растет. Так, ну рурку я уже есть, точно... Строю, точно уже моя, потому что я хостом был. Но я вообще очень сомневаюсь, что кто-то может опередить на самом деле Германию в строительстве рурки, потому что и производство дофига, и, ну, у тебя просто цель выйти в индустриализацию на самом деле. Так, тут меняем карточку на каперы, которую я ставил на... Улучшение на скидку. И вот эту карточку черную выбираем. Что вместо республиканское наследие, наверное, поставим вместо нее. Ахини плюс 4, плюс 5. Вау. Это круто. Конечно, 163.
А, я опять... Ребята, я опять не поставил соседство кампусов. Я сколько ходов без соседства кампуса. Так, давайте пригороды откроем. Ну, мне реально надо соседство кампуса, например, вместо городской хартии. Тем более, что, ну, это же на золотой век было. Я просто... Эта карточка бессмысленно стоит. Фак. Может, следующим ходом хотя бы? А то я слишком долго без соседства кампусов сижу. Домик готов. Ладно, вот этот можно возвращать домой на апгрейд. Алексей. Чё? Какой домик? Ты до столицы? Или так, один город? Так не, у тебя в ПЗРК и столица угол. Ну, значит, до столицы. А что, дальше его не будешь убивать? Все, остановишься на этом? Так он за углем пошел. Он же все сказал. А еще он в Белоне есть. Так, ну мне вот чисто до Митлы надо добраться. Привет, да? Не, много ли хочешь от Сини? А ты хочешь забрать Белон? Я не хочу, чтобы ты забирал Белон. Не хочешь, чтобы я его полностью забирал? Забери позарык и все. Там просто выкупишь клетки. Так в смысле, я один уголь только себе возьму. Ты возьмешь два угля. Нет. Позарык, это два угля можно взять. Так, второй уголь в четвертом радиусе. Ну возьмешь один уголь. Да, блин, ну реально, смысле, обратиться он когда-нибудь? Может все-таки купить? Надюгу, я. Японец, что ли, читает на... Да, читает на эти... На инженера. Забирай позарых и все, и заканчиваем. Грей, а ты Эйфеля на что хочешь использовать? На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Кстати, большое спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.